Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тувы 25 апреля с 9 до 17 часов приглашает жителей республики на День открытых дверей в целях повышения уровня информированности и правовой грамотности застрахованных лиц по вопросам обязательного медицинского страхования, где у каждого появится возможность получить консультацию о своих правах в системе обязательного медицинского страхования, в том числе о порядке получения бесплатной медицинской помощи по полису ОМС.